Здравствуйте, в эфире информационная программа «Шарайна». С вами вместе Ержан Ардакова. И сегодня в новостях вы увидите. Цены растут, зарплаты нет. Почему подорожали продукты? Аким города встретился с населением. Наши дзюдоисты вернулись с международных соревнований с победой. Во всех регионах нашей страны подорожает мучная продукция. И в то же время цены на все продовольственные продукты. Сегодня журналист нашего телеканала провел собственное расследование по поводу цен на продукты питания. В Казахстане подорожает хлеб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Умаров. По словам министра, из-за того, что лето было солнечным и сухим, в нынешнем году урожай зерна собрался в убыток на 2 миллиона тонны. А также курс тенге день ото дня начинает плавно снижаться. По этому поводу все импортированные продовольственные продукты могут начать дорожать. Для меня очень важна цена продуктов питания. Подорожала цена хлеба. Было бы хорошо, если бы цены урегулировались и были ниже. На сегодняшний день, по заявлению портала ЛС, хлеб подорожает на 1,5%. Цена за вермишель и муку выросла уже на 1,3%. Цена огурца выросла на 19,7%, на помидоры 19,3%, капуста на 16,5%, а также подорожал лук уже на 4,7%. Сейчас цена хлеба в районе 75-78 тенге в зависимости от региона. Предположительно, в 2020 году цена на булку хлеба будет в районе 80-82 тенге. Ержан Ардакул, Нурлан Нуразалин, ТВК 6. Сегодня аким города Ермак Салимов встретился с семичанами в городском филиале партии Нур Отан. Всего в ходе приема к градоначальнику обратилось 13 человек. В основном горожан волновали вопросы социального характера. Какие ответы они получили, расскажем далее. Аким города является председателем городской партии Нур Отан. Встречи с населением проводит по плану. В числе обратившихся житель поселка Мирный Вячеслав Титаренко. Он спросил у градоначальника, когда в дачных массивах появится уличное освещение. Я понимаю, что это дача, что все. Но получается, что ВКРЭК не позволяет подключение по своим внутренним каким-то документам. Я так понимаю. Может быть, стоит, мое предложение такое с помощью инициировать какие-нибудь поправки в изменения, чтобы во внутренние документы, что в тех случаях, когда возможно технически. Так или иначе, этот вопрос градоначальник пообещал уладить совместно с ВКРЭК. А вот как решение вопроса сейчас вашего, давайте вот так вот сделаем. То есть мы, скажем так, узаконим некоторые не совсем законные вещи. Хорошо? Помимо вопросов благоустройства, семейчан волновали вопросы предоставления жилья нуждающимся, многодетным и семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов. Активные горожане просили помощи в поисках справедливости по нераскрытым уголовным делам, когда в ДТП пострадали их близкие. По всем поднятым проблемам градоначальник обещал разобраться и дал поручение своим подчиненным. Они должны будут решить вопросы граждан и заслужить доверие. Асель Айдар, Нурлан Уразалин, Марат Сагимбаев, телеканал ТВК-6. На железнодорожном вокзале состоялась торжественная встреча победителей международного турнира по дзюдо, которые прошли в городе Алматы. Подробнее в следующем сюжете. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 8 до 13 лет. Юные дзюдоисты заняли командное первое место. Второе и третье место у команд из России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Это первый подобный успех спортсменов. Лучшим в среднем весе стал дзюдоист Камильжан Жанпиисов. В весовой категории 20 кг второе место заняли молодые борцы Али Габдуллин и Кемаль Балтабаев.
Я очень рад, что мои ученики смогли одержать победу. В соревнованиях были более 100 дзюдоистов, но мы смогли доказать свое превосходство. За все 4 года мы впервые участвуем в международном турнире, что очень большая гордость для нас. А теперь к спортивным новостям. Вслед за Бельгией, Италией и Россией Украина вышла в финальный раунд чемпионата Европы по футболу, который пройдет в следующем году. Украинцы дома одолели действующих чемпионов сборную Португалии. Подопечные Андрея Шевченко уже на 7-й минуте открыли счет. Роман Еремчук замкнул подачу с фланга. Спустя 20 минут Андрей Ермоленко удвоил преимущество украинцев. На левом фланге. А вот, пожалуйста, Миколенко выдает передачу на Ермоленко. Звучит это очень поэтично. Португальцы смогли ответить только одним результативным ударом. В составе действующих чемпионов Европы отличился Криштиану Роналду. К слову, нападающий Ювент забил свой 700-й гол в профессиональной карьере. Украина в своей группе набрала 19 очков и стала недосягаемой, а у португальцев в активе 11 очков, и они остаются на втором месте. Юргель Плеукос, Артуом Хан, информационная программа Шарайна, ТВК-6. Это была последняя новость на сегодняшний день. Все выпуски наших новостей вы можете увидеть на нашем YouTube-канале. Побольше хороших новостей в нашем городе. До скорой встречи!